Увидеть торжественную церемонию вступления в должность президента Владимира Путина смогли и посетители выставки форума «Россия на ВДНХ» в одном из конференц-залов 75-го павильона. А прошла трансляция инаугурации. Зрителями стали гости выставки из разных регионов России. Вместе со всей страной они смогли погрузиться в праздничную атмосферу и увидеть по-настоящему историческое событие. Голосовала за Путина, конечно. Мы все его любим, уважаем, за него все переживаем. Нашу страну держит. Сегодня пришли поддержать Москву. Издалека приехали, Салатовского района, мы из Чувашии.